Здравствуйте, уважаемые поклонники Counter-Strike. Сегодня наш взор опять пал на карту Денюк. Сегодня мы в очередной раз уделяем внимание раунду, который рассчитан на выбивание плента А. Мы опять увидим, в какой момент требуется начать выбивать плент, а вот свой вариант нам продемонстрируют игроки Lions. В этом раунде команда Lions имеет представление о респе-атаке. Они знают, что респ у их соперников в лице СК ближний, и вполне вероятно, что выход будет на точку А. Поэтому двое игроков занимают позиции для прострела скрипа. Ну а теперь по порядку разберем действия каждого игрока. В этом раунде раскрыться Знилу так и не удалось. Изначально его действия были полностью верны, он занимает девятку и должен собирать инфу. Но Форест сразу с патрона ставит Знилу, и увы, на этом раунд его заканчивается. В этом случае вы должны учесть, что на девятке вашему игроку нужно стоять более закрыто, чтобы не было вот такого исхода. Фёрте изначально играет на улице. По первой респе пытается занять пристройку, но его пауза не дает ему это сделать. Он ловит неприятную флеш от СК и вынужден отойти и перестраиваться на девятку, чтобы вместе с тиммейтами отбивать плент. В момент выбивания он откидывает дым под выход с будки, флеш под 9 и хае в сторону выхода с будки. Трит также изначально играет на улице, и в момент выхода на точку А от атаки он начинает прошивать плент. После чего быстро перестраивается под 9 и ждет своих тиммейтов, чтобы начать раскид. В момент, когда все готовы, он дает две флеши из-под девятки и сразу выходит вместе с тиммейтами. Заметьте, что в его действиях практически нет пауз. То есть все игроки должны исполнять все игровые элементы очень быстро и четко. Кристалл изначально играет на рампах, откидывает одну флеш, здесь все тоже должно быть понятно. Это уже выработано у каждого игрока. При занятии рампов надо отдать хотя бы одну флеш, чтобы притормозить действие атаки. В момент выбивания точки он дает всего одну хае в будку и выходит перестреливаться на плент. Последний игрок — это Ника. Его действия вообще не имеют никакой логики. Если изначально можно было понять, для чего он занимает нижний плент и контроль вентиляции, то потом его переход в коридоры явно не внушает доверия. Тиммейты выбивают плент, а один решил побегать по карте. В вашем случае, конечно, нужно, чтобы этот игрок помогал с одной из вентиляций, иначе ситуация может развернуться не в вашу пользу. Хороший раунд, хорошее отбитие плента и отличные командные действия. Все это мы увидели в очередном выпуске West Cyber School. Подписывайтесь на новые видео. Спасибо за внимание. Всем пока.